А вы точно знаете, сколько стоит ваша квартира? Меня зовут Имран, я агент по недвижимости компании Century 21 Expert. Расскажу о том, как заблуждаются некоторые продавцы, продавая свои квартиры. Обычно они действуют по двум заранее известным сценариям. Первый сценарий называется очень просто, и называется он «Посмотрю похожие квартиры». Алгоритм этого сценария такой. Собственник ищет объявление на Циане или Авито, видит, что есть похожие квартиры, они продаются там условно за 10-12 миллионов рублей, добавляет сверху запас на торг, на налоги, на что-нибудь еще, и в итоге у него цена в объявлении получается 12,5 миллионов рублей. Есть и второй алгоритм, по которому также идет продажа. Называется он «А что я вообще хочу?». В этом случае человек хочет, к примеру, из двушки переехать в трешку. Трешка стоит 15 миллионов, он накопил уже к этому моменту 2 и выставляет квартиру за 13 миллионов рублей. И как вы думаете, будут ли звонки по таким объявлениям? К сожалению, нет, потому что в обоих случаях цена завышена и не учитывает реальный спрос на рынке недвижимости. Как помогу я вам в этом случае? Как поможет вам агент Century 21? Во-первых, я проанализирую не только цены, но и все преимущества и недостатки квартир ваших конкурентов, в том числе и вашей квартиры, чтобы понимать, какие у вас есть преимущества. В итоге составлю объявление по вашему объекту с акцентом на те плюсы, за которые покупатели действительно готовы заплатить максимальную цену. Ну а во-вторых, у агента есть информация о реальных сделках, например, сколько квартир было реализовано за последние 2-3 месяца и как долго они продавались, а главное, за сколько они в итоге были проданы. И здесь важно, что реальная цена продажи, как правило, сильно отличается от той, что вы видите на досках объявлений. И в итоге я, как агент Century 21, ставлю объявление по вашему объекту с реальной рыночной ценой, по которой точно будут звонки от покупателей. Ведь наличие звонков предложений по цене наверняка лучше будет, чем их не будет вовсе. Я думаю, что вы согласитесь. Поэтому обращайтесь ко мне, номер телефона есть на этом видео, в комментариях под этим постом. С удовольствием с вами поработаю. Напомню, что у меня есть сайт realtorkaliningrad.ru. Заходите, звоните, общайтесь и знакомьтесь.